за меня невеста отрыдает честно. За меня ребята отдадут долги, за меня другие отпоют все песни и, быть может, выпьют за меня враги. Не дают мне больше интересных книжек, и моя гитара без струны, и нельзя мне выше, и нельзя мне ниже, и нельзя мне солнца, и нельзя луны. Мне нельзя на волю, не имею права, можно лишь от двери до стены. Мне нельзя налево, мне нельзя направо, можно только небо кусок, можно только сны. Сны про то, как выйду, как замок мой снимут, как мою гитару отдадут. Кто меня там встретит, как меня обнимут, и какие песни мне споют. Кто меня там встретит, как меня обнимут, и какие песни мне споют. На зоне сыграем этот фраерский гнильник, а, Кныш? Конечно, сыграем, Светя. Да. Сразу чувствуется, что вы учились в консерватории. Меня же отчислили со второго курса, как дочь врага народа. Теперь нужно учиться жить по-другому. Ничего. Все как-нибудь наладится. Здесь есть пианино, будете учить музыке, внучку начальника лагеря. Извините, мне пора. Дядя скоро с работы придет, мне нужно ужин приготовить. Извините. Майор Остоцкий. Понял. Наташа, я вас довезу. Значит, ваш дядя здесь на поселении? Уже третий год. Марк шейдером на шахте работает. Нам с мамой разрешили к нему переехать. Понятно. Наташенька, дядя – это хорошо. А то ведь, знаете, в наших краях одинокой и красивой девушке страшновато жить. Да,
да, Наташа? После Ленинграда вам у нас тяжеловато будет. Ну ничего. Главное, чтобы рядом были люди, которые могут помочь. Я вот тоже не всегда вохровцем был. Судьба, знаете ли. А вот и очередной этап пришел. Наташа. Извините, службы, но я сейчас. Нет, нет, вы, пожалуйста, не беспокойтесь, я сама дойду. Здесь до поселка не так уж и далеко. Наташа. Спасибо вам большое, не беспокойтесь. Спасибо. Наташа, послушайте, я... Товарищ майор, этапа широкого прибыл. Эй, Шмара, с вухрой кантоваться без понтова. Попробуй мой, мой слаще. Ах ты, падла! Ловись, сука! Прекратить! Прекратить драку, я сказал! Этап на землю! Руки в гору! Руки в волосы! Все участники драки на зоне пойдут в бур. Воля твоя, начальник. Эй, моряк, фамилия, статья. Сидеть! Упоров 58-я. Мы здесь ни при чем, начальник. Нас задели. Мы ответили. Старшина. Патруль. Заводи этап в зону. Есть. Да. Большую ошибку ты совершил. Непоправимую. Жаль мне тебя, морячок. А мог бы еще и пожить. Люба, Люба, Любушка, головушка. Ничего. Скоро пи***ком запоешь. Мы тебя все всем бараком опускать будем. Готовка! Первая пятерка в зону! Бегу! Ты что знаешь, что ты? Бегом! Давай! Наташ, а как называется мост в Ленинграде на Невском проспекте с двумя конями? Какой мост? Ну там, где... Старшина! Стой, пара! Заключенный номер 753, статья 58, часть 2. Он что, жив? Почему не доложили? Где он? Здесь, товарищ майор.
Карточку мне. Карточки нет. Как это карточки нет? Виноват, товарищ полковник. Да что, вы тут все с ума сошли? Столько времени заключенный здесь, а у вас карточки нет? Под трибунал захотели? Так он же сдох, его и открепили. А он такое вытворяет. Товарищ полковник, я докладывал. А старший лейтенант Казакевич... Молчать! Заключенного в лазарет. Отмыть, кормить. По состоянию 753-го докладывать мне. Лично! В порошок сотру. Упоров Вадим. 1925 года рождения, русский, статья 58. Чемпион флота по боксу, попытка побега из-под следствия, избил старшего следователя Левина, отнял пистолет, угрожал. Своей судьбы. Запомни. Здесь ты слякоть. Вот и живи как слякоть, или сдохнешь. Здесь для тебя удачи нет, морячок. Конвой! Слухай, товарищ майор. Уведите его. Куда его определить? Шестой. Шагай. Старшина! Я, товарищ майор. У нас там в шестом. Дьяк что-то раздухарился. Да, точно. Надо бы ему рогатку обломать. Запусти-ка туда салавар. Слушай, товарищ майор. Разлегся, мразь. Ну-ка, вставай! Назад застрелю! Слушайте, куда, гниды? Родина вас прощает. Пока. Надо на шахте попрацевать. На похороны себе зарубать. Потом я вас сам в расход пущу. Пошли! Живо! Живо! Вон, побачьте, враг народа. Принимайте. Приветствую уважаемых каторжан. Кого мы видим? Кого мы наблюдаем? Каштанка. Базар был, что ты в сейфе корячишься с врагами народа, морячок. Выжил все-таки. А я тебя ждал, фраер поганый. Это правильный фраер. Погонява есть? А то как же. Фордовый. Здорово, каштанка. Здорово, дьяк. Сам полезай, а этого духарика... Сюда подошли.
В натуре фраер за меня на ствол прыгал. Стадник его метелил, не переставая. Я слыхал своими ушами, легавым буду. Ну, прости, форту. Харе базарить! Не то рядом положу. Кныш. Ну, прости, мужика. Куда? Дьяк, когда сколько мы с тобой кантовались, и что мое мнение для тебя? Фу-фу! Фартовый со мной. Я законы знаю. Закон здесь один. Мой. Понял? Кто это? Это словарь со своими соками. Сволочи, сейчас начнется карусель. Ну вот и свиделись. Здравствуй, дьяк. Словарь, сучок. Век бы тебя не видать. Так, зэки, фраеров, политических, остальную шваль мы не трогаем. Мы пришли за ворами. Вопросы есть? Что, дьяк? Сам под железо ляжешь? Или всю банду под ножи положишь? Соловар, вы погрязли в грехе и беззаконии. Не смейте чинить бойню. Покайтесь, и Бог вас простит. А, святоша. И ты здесь. Ваш опиум тут не катит. Я этим выродкам покаяние. И суд, и приговор. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким и вы будете судимы. Какою мерою мерите, такой и вам будут мерить. Все, поп, достал ты меня. Под железо его. Бери меня вместо попа. Ты ж сам из воров. Законы знаешь. Не понтуйся, Фаэтон. Твоя очередь придет. Сразу же после дьяка. Зачтется мне на том свете. Инструмент. Ну, Зоха, я тебе достану. Я тебе достану. Мужики! Что же это делается? Где же мы все стоим-то? Они же нас не кончат, суки! Запас. Отметим наше второе рождение. Как? Что за турица, а? И еще, как говорится,
У нас все нормально, начальник. Ну, так, смотри, ты у меня когда-нибудь нарвешься. Священник, что ли? Да. Настоящий? Настоящий, настоящий. У патриарха Тихона служил. С Егоркой держите. Дьяк свое мнение поменять может, а мы нет. Готовится побег. Вот это обнаружено за вашим бараком. Ну, кто собрался в дорогу? Колитесь, чье барахло? Молчите, бараны. Будете стоять до красных соплей. Мне торопиться некуда. Я попыв, поев, поспав. Так вот, если зачинщики побега признаются, все остальные тут же пойдут ужинать и в барак. Давай еще раз. Я жду! Разумею, желающих нема. Хорошо. Григорий Федорович, а я, между прочим, тятьку вашего знаю. Брешешь? Откей. Ну как, вы же из-под Белой Церкви? Ну? Ну я оттуда. А папа у меня фотограф. Ну я ему написал, он мне фотку и выслал. Увидите, проследитесь. Брешешь, Каштанка? Ну, как хотите, все же родня. Увидите, целовать будете. Показать? Покаж. Узнаете? Ну, вылети вы. Идите, целуйте, батюшка. Ну, что вы стесняетесь? Я и братца показать могу. А? Каштанка, на вахту, бегом. Марш! Бегом! Все, хватит, бежать надо. Поймают. Застрелят или забьют. Да лучше сдохнуть, чем так жить. Это получается самоубийство. А самоубийство тяжкий грех. Смирись, прими все, что Бог послал. Да не верю я во всю эту ерунду. Хотя веру других уважаю. Все можно вытерпеть, если в сердце есть вера или там любовь. У меня здесь... Гордыня. Это называется. Она-то тебя на пули и толкает.
что вылупался? Может быть, вдарить хочешь? Давай. У меня на тебе разнарядка есть. Грохну, а мне орден вид родины дадут. Запомни, плесень. Родине ты нужен как зайцу трипер. Ты понял меня? Нет. Отставить я сам! Видовой гражданин начальник. Каштанка! Портовый! Канай к бане. Ждут тебя там. Подтягивайся, фартовый. Пойдешь в побег, фартовый. Ты видишь, все в масть. Я не врубаюсь, дяк. У нас воровской побег. Зачем нам фраер? Глохни, пельмень. Сам видишь, стадник тебе жизни все равно не даст. Суки, руки. Обещали отрубить. Ну как? План есть? Конечно, есть. Взорвем штольню, и пока будут жмуриков отыскивать и выкапывать, вы уйдете. Ты у нас парень двужильный. Кассу поможешь нести. Не, я по крови не пойду. Гляди, дьяк. Он уже выступает. Ты чего буровишь, Фофан? Остынь пока. Ну, тогда ваше предложение. Вы хотите планов, господа вора? Их есть у меня. Когда-то я служил в морской пехоте. Применим навыки. Это зона. Чтобы попасть на тракт, им еще надо пройти серпантин и болото. Вы понимаете, что если пройдут болото и выйдут к тракту, пиши пропало.
не уйдут, товарищ полковник. А уйдут? Тогда полетят погоны. А вы, Остоцкий, пойдете под трибунал. Меня арестуют. Я сказал привал, осмотреться надо, куда прёмся. Что? Что ты сказал? Повтори, блядь, да я сейчас... Иначе сами сидр понесёте. Шмальни тут! Крови не идем. Все, заканчивайте здесь. Уходим. Держи. Повезло вам. Повезло. Свобода, фраер нас замочит, ты даже не заметил. Малина уже курванулся. Ты зенки-то раскрой, они же сговорились. Твою мать! Я их сейчас за наши золото раком поставлю. Или... Сейчас. Сука, куда ты нас везешь? Ну чё ты стучишь?
бойтесь меня, я не вор. Меня Вадим зовут. А вас? Меня Наташа. Я вас не боюсь, я вас знаю. Вас майор стрелял. Вы подождите, я вам молока принесу. Вот. Да, стрелял. Не попал только. Так, зацепил чуть-чуть. У вас 58-я, да? Да. Как у моего дяди. У папы тоже 58-я была. Он умер здесь. Извините меня. Сейчас. Все пройдет, сейчас. Сейчас пройдет. Сейчас все пройдет. Вы с внучкой Губаря на пианино играете. Все слушают, вся зона. Вы играйте, Наташенька, играйте. Такая душина. Вы просто не представляете, что значит для меня наша встреча. А раньше я не знал, не понимал, куда, зачем я бегу. Теперь понял. Будто кто-то вел меня сюда. Я бежал к вам, Наташенька. Сейчас один человек сказал бы, что мне вас Бог послал. Упоров, выходи! Это за вами, да? Нет, нет, не уходите, слышите? Они вас убьют, не уходите. Я им скажу, что вас тут нет, я... Тихо, не бойтесь. Меня сейчас бить будут. Не смотрите. Я выживу. Я обязательно выживу. Теперь я знаю, для чего мне жить. 753-й, выходи! Увести! Десять.
Да, наломал ты дров, упоров. Значит так, твои подельники убиты, а золото мы так и не нашли. Ну а ты жить хочешь? Хочу, начальник. Теперь хочу. Воры решили, что ты украл их кассу, им малину тоже заделал. Сначала они тебя опустят, потом все равно кончат. Да, ты жертва, понимаешь? Нормальный человек отвечает только за себя, а жертву за всех. Сукой быть фалуешь, начальник. И по адресу. Дурак ты! Какой резон мне из тебя, суку, делать? Их вон у меня пол лагеря ходят. Мне золото найти надо, понимаешь? Золото. Ищите, начальник. Где? Может, подскажешь? Не знаю, начальник. Орки сначала в войну поиграли, потом по ручью к зимовью Якута рванули. Может, там где-то золото и заныкали. По ручью, говоришь? Угу. Ах, по ручью. Ну что ж, моли Бога, чтобы мы там его нашли. Фартовый. Дежурный! Казакевич, срочно ко мне в кабинет! Смотри. Пошел. Ну, молодец, Упоров. Давай, Упоров! Давай, Упоров! Товарищ майор! Что случилось? Взрывы. Я упал на четвертый. Жертвы я. Сволочи. Садись! Это что, диверсия? Выяснили кто? Да не, товарищ майор. Взрыв газа, мабуть. Заключенные! В шахте остались несколько неразорвавшихся зарядов и мешок взрывчатки. Если все это хозяйство рванет, шахта остановится. И мы все умоемся кровавыми слезами. Есть герои разминировать шахту? Так. Понятно. Тому, кто пойдет в шахту, вынесет взрывчатку, уничтожит оставшиеся пиропатроны, администрация зоны будет хлопотать об изменении срока, а возможно, о досрочном освобождении.
Даю слово офицера советской армии. Даете слово офицера. А живым вернусь, в поселок отпустите, гражданин начальник? В поселок, говоришь? Ну что ж, теперь все в твоих руках. Да. Даю слово офицера! Хрен ли ему терять? Четвертаком бы и я пошел. Да у тебя дух не тот. Вадим! Не ходи, я чеки сам заряжал! На этот раз фарта не будет! Отец, потерпи немного. Живым не помрем. Порядок, гражданин начальник. А ты действительно фартовый? Старшина, оформляйте на 753-го увольнительную в поселок. Есть. Счастье мое. Я люблю тебя. Ради тебя я все сделаю. Я все вытерплю, все перенесу. Я люблю тебя. Я сделаю невозможное. Люблю. Я выживу. Люблю. Я обязательно выживу. Thank you.
Теперь я знаю, что мне надо делать! Я это точно знаю! Ты веришь мне? Верю. Я очень тебя люблю. Я очень тебя люблю! Сезон 53-й прибыл. Минута в минуту. Молодец, Упоров. Проходи. Выкрывайся. Все это довольно интересно. Открытая добыча золота в наших широтах фактически никогда не применялась. Но ваши расчеты, Вадим, довольно убедительны. В случае успеха мы добьемся значительного увеличения добычи золота. Дело тут не только в самом методе. Нужна бригада, передовая, готовая работать на совесть. Это понятно. Но с нашим контингентом едва ли все это возможно. Да возможно, еще как возможно. Если зэки поймут, что они смогут заслужить свободу, они будут работать на износ. Я обещаю создать отличную бригаду и увеличить добычу золота. А вы, товарищ полковник, простите, но должны будете решить вопрос о сокращении сроков. Иначе ничего не получится. Но это трудно. Ты не представляешь, как это трудно. Ладно, хорошо. Где наша не пропадала, так что собирай бригаду, работай по своему методу. Будут результаты, я в Москве решу этот вопрос. Им нужно живое золото, а не обещания. Только так и не иначе. Новый бригадир! Упоров! Вадим Сергеевич! Сформирует бригаду старателей, которая будет работать по новому методу. В случае удачи, администрация лагеря будет ходатайствовать перед управлением ГУЛАГа о досрочном освобождении, о сокращении сроков, а для некоторых о снятии судимости. Стране нужно больше золота, а вам свобода, так что все зависит от вас. Вопросы есть? Нет. Разойдись. Бригадир Упоров. Подойдите. Слушай, Вадим Сергеевич, я тут посмотрел списки бригады. А зачем тебе дьяк? Вор в законе в передовой бригаде, что-то не понял. Меня приговорили к смерти, и суки, и воры. Извините, вы начальник зоны, но дьяков ее хозяин. Да, он ни хрена не делает, но за ним я как за каменной стеной. И потом, лучше держать его под рукой. Ну, вообще-то мысль верная. Ладно, желаю удачи. Товарищи офицеры, за мной. Ну что ж, мужики, начинать будем с порядка. Вольготно живем. С утра чиферим, а вечером... Ты тормоза включил? Бугорок! По горбу схлопотать можешь. Не надо истерики, Митя. Тем более, что я без тебя обойдусь. Лично мне здесь революционеры не нужны. Мне нужны пахари, которые хотят досрочно освободиться. Понял? И пахать будем только за свободу и только вместе. Ты понял меня, дятел? Не понял! Хорош ты базарить! Моя задача как бугра – вывести администрацию на наш интерес. Им золото, нам свобода. И хороший ларек для поддержания сил. Обещаю, для себя лично ничего кроить не стану. Откинемся все вместе. Это главное
А ради чего стоит рвать наши жилы? И вот почему я согласился на это. Так что решайте сами, мужики. А что тут решать, мужики? Кто с Вартовым? Кто против? Я спрашиваю, кто против? Поздравляю. Теперь ты наш бугор. И мы с тобой до конца! Да один хрен. Держи, Вадим. Чувак, Вадим, пойдем. Крыса! У тебя в отряде завелась. Ловить надо. Спасибо, лейтенант. Мы сами все выясним. Поверь. Разберемся, обещаю. Давай, действуй. Держите. Крепеж кончился. К вечеру будут. Выпускайте, выпускайте. Проходи. Обручается раб Божий Вадим, рабе Божией Наталии, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Обручается раба Божья Наталья, рабу Божьему Вадиму, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Перед Господом нашим, Отцом нашим Небесным, объявляю вас мужем и женой. Вступай в священные узы, будьте верны друг другу, на земле и на небе, и во веки веков. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Целую. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
ошибаетесь. Поздравляю. Тебя фунт ищет у бытовки. Вадим! Мы нашли крысу, в которой метет наше золото. Ты его знаешь, это селитер. Где эта сука? В бытовке. Вадим! Поосторожней с ним! Можно и рога пообломать! Фартовый, ты... Это кто же меня ловил? Не твое дело, мразь! Ты понимаешь, во что ты вляпался? Слушай сюда, козел. Передай всем своим подельникам, душить будем каждого, кто протянет свои грабки к нашему золоту. Ты понял меня, рожа? Понял. Понял. В следующий раз убью, сука. Чё, лучше других, что ли? Шире грязь, дерьмо плывет. Ширится метод стахановца Упорова. Он и его многонациональная семья выдают стране 300% план. Уроды. И ни слова, что он зэк и враг народа. Вам придется немного подождать. Старший лейтенант Казакевич. Первым идет отряд капитана Ступина. Люди устали, гражданин начальник. От нас порядка требуете, а сами нарушаете. Молчать! Это ты. Упор. Так. За дерзость 753-го отряд Казакевича наказан. Час перед воротами. Стоя. Казакевич и Ступин ко мне на инструктаж. Ты еще жив, сын шакала? Иди сюда, пидор крученый, поговорим по-мужски. У него очко склеилось. Канай сюда, фраер. Мы тебя сейчас все шалману дрючить будем. Тебе говорят, фартовый, тебе. Иди сюда, тварь позорная. Вадик, Вадик, не лезь, молчи.
Не стоит заводиться. Вадим, у него приправа как сабля. Смотри, он заделает тебя. Говорят, у тебя шмара в поселке завелась. Подмахивает-то правильно? Нет, мужики, тут втихую не проканаешь. Драться надо. Ну ты гномное существо! Давай греби сюда, сучий потрох! Ну-ну, я жду тебя, паскуда! Тварь, сука! Сейчас я тебя буду резать. А? Упоров! Вы убийца, старшина! Слухай, товарищ майор! Где это? Бандита Упорова в бур! Выполнять! Вперед! Отряд, стань! Гону, бегут! Держи. Мазухи рожи нема. А Салавар все, коньки отбросил. Ласта по полной завернул. О, у барин, да. А ты ему в Ростовском все кажи. Усе бачили? Ну, а ты подтвердишь, герой. А мне что? Что прикажет, то и скажем. Чем вы его ударили? Гирей. Зэки из отряда Ступина показали. Я не согласен, товарищ майор. Драка была спровоцирована... Отставить! 753-й, чем ты его ударил? Все видели? Майор Ростовский, напишите объяснительную, как все это было. Ну и никаких измышлений. Вроде гири. Все свободны.
проверкой. Ростоцкий настучал. Уж сколько этих проверок было? Полсоюза по нашему методу работает. Не в этом дело. Есть достоверные сведения, что Як ворует из твоей добычи процентов 20. Представляешь, сколько он уже намылил золотишко за все это время? Як? Это правда? Падла. Что же делать? Единственный выход – заставить его вернуть это золото. Это можешь сделать только ты, но времени нет. Комиссию едет завтра в 6. А золото должно быть у меня раньше. Ну что ж, ладно. Ты молодец, фартовый. На, глотни. Да мне нельзя. Врачи запретили. Правда? Угу. А ты им денег дай. Они не разрешат. Да где же их взять, когда почти все украли? Никанор Евстафьевич, как называют на зоне человека, который грабит общаковый интерес? Барончик, ты погуляй пока. Ну, крыса. И дальше что? Никанор Евстафьевич, ты прекрасно знаешь, что где-то на зоне спрятано около 200 килограммов украденного бригадного золота. Придержи язык, фартовый. Твоя удача может скоро закончиться. Когда я злой, я себя не помню. Да не понтуйся ты, Диак, не надо. Люди ожили, на ноги встали. Шанс выйти досрочно маячит. Сегодня из Москвы документы пришли на нашу свободу. Ты что, хочешь, чтобы мы все сдохли здесь? Не баклань впустую, Пивень. За общак решает сходка. Я на вашу блядскую сходку не пойду. Вопрос решишь ты сам. Что ты бровишь, фраер? Слава богу, воровской век еще не закончился. Я один такие вопросы не решаю. А по нашему закону... А ты реши. Хотя бы один раз не в свою пользу реши, тебе зачтется. Или ты со всей бригады на свободу выйдешь, или... Пошли отсюда, мужики. Я тебя уничтожу, фраер. Падла! Тварь! Соберите всю бригаду. Разговор будет на чистоту. Это очень важно. Старшина, я точно выполнять. Слушай. А сколько сейчас у вас заключен по списку? Ну и рожа. Да нет, ты че, это Парховашу. Все в сборе. Так точно, товарищ полковник. Граждане заключенные, документы на ваше освобождение я привез. Вот они. Но есть достоверные сведения о том, что у вас процветает воровство. Много золота уплывает неизвестно куда. Что вы на это скажете?
Похищение не носит систематического характера, товарищ полковник. Я задал вопрос бригадиру. Где золото? Все вы знаете, гражданин начальник. Абсолютно. И даже больше, чем вы предполагаете. Сегодня в 6 золото будет у вас. Надеюсь, вас не надо предупреждать о том, что если золота не будет, то и с досрочным освобождением придется повременить. Понятно, гражданин начальник. Надеюсь. Все-таки суку, а? Да нет, пусть живет. Сейчас не до него. Нашли совершенно случайно в заброшенном штрихе. Валялось. Документы здесь. На досрочное освобождение для всей бригады. А вам, Вадим Сергеевич Упоров, на досрочное освобождение со снятием судимости. Поздравляю вас. Да. Можно? Проходи. Ну, вот и все. Свободен. Удачи тебе. Спасибо тебе за все. И счастья с твоей Натальей. Ты сына мне моего напоминаешь. Олега. Он погиб. 22 июня. Надо же, сколько лет прошло во всем. Вот и мы. Хороший ты человек. Крепкий. Спасибо вам, Иван Сергеевич, за все. Теперь мы свободны. Как говорится, дай человеку свободу,
хорошим он станет сам. Ну, еще раз большое вам спасибо за все, Иван Сергеевич. Давай. Ну, фартовый, поздравляю. Ты же меня всегда ненавидел, стадник. Убить все время хотел. Что случилось-то? Поговорку знаешь? Слабого пхни, а к сильному притулысь. Вот правильно про вас говорят вертухаи. Вот ты вертухаи есть. Что мы с тобой в расчете, фартовый? Ну да, я свободен. А на что мне твоя свобода? Погуляю, сколько получится, и опять сюда вернусь. А вот как и кем, это еще вопрос. Ты запустил руку в карман общака. Ты заставил меня отдать золото без решения сходки. Так что лучше на моей дороге больше не попадайся. Ты понял? Фартовый. Поблажки не будет. Вперед. Ну, бывай, отец. До свидания. У тебя Бог в душе, Вадим Сергеевич. Век буду молиться за тебя. Храни вас Господь. Мужики, я вас никогда не потеряю, обязательно найду. Мы выжили, и это главное. Мы выжили. Ура! Ну, прощай. Сейчас доберемся до тракта, потом поймаем машину. Слышишь, кукушка? Опять все по-твоему будет, да?
тебе ни печки ломать. Вадим! Ну что, давай! Мое дело читал, майор. Помнишь, что там написано? Избил следователя, отнял пистолет. Вот так всегда и бывает. Даю слово. Слово офицера.